постарайтесь так понять, что вот вы приехали домой. И, в принципе, ну, то, что вы дома делаете, то старайтесь делать и здесь. Я имею в виду ответственность такая некая за пространство, за других людей, за себя также в первую очередь. Старайтесь вспоминать, с чего начинается йога, с ямы не ямы. То, что в христианстве называется заповедью Божьей. Скажем, та же заповедь «не укради», да, она ведь не только подразумевает, что не укради там чей-то кошелек. Вот, если человек находится в каком-то там состоянии, старайся его там лишний раз не отвлекать, не забалтывать. Вот как раз тут просто тема промелькнула молчание, да, и некоторые люди подходили и говорили, может там побыть в молчании. Конечно, да. То есть, если кто-то хочет весь этот срок практически побыть в мауне, в молчании, вы можете заявочку такую, значит, я в молчании. И другие его просто не беспокоят. Не ворует его внимание, поскольку человек, ну, больше погружен в себя. То есть это не говорит о том, что он там от всех отворачивается, да, то есть он сердцем также с вами общается, просто он не общается вербально. Отказ от еды – это как некий пост, а пост – это не только диета, но и состояние внутреннее. И в первую очередь, когда вы сюда приезжаете, да, то у вас такой пост от социума, поскольку у вас есть какие-то привычки, там лифты, машины, автобусы какие-то, работа, еще что-то, телевизор, информация – то здесь часть этого потока отпускается, и вы становитесь все глубже и ближе к самому себе. Когда вы переходите в такой режим тишины и покоя, ну, старайтесь его поддерживать не только в себе, но и в других. Энергию в виде пищи, как вы привыкли, да, вы получать не будете. Вот. А у нас расход энергии ведь идет очень часто не только на физическом плане, но и в ментальном. И в том числе, и когда у нас идут излишние разговоры, то есть они тоже очень много энергии, скажем так, просаживают. Но разговоры – это такая внешняя составляющая. Конечно, мы будем подходить к моменту, когда эти разговоры будут затихать и у вас внутри. Поскольку вы внешне можете быть молчаливыми, но внутри там такой базар-вокзал, то есть вы там всех вспомнили, со всеми пообщались, со всеми переговорили, всем все указания дали. Поэтому, конечно, старайтесь, чтобы и внутри вас также это состояние становилось все тише и тише, и тогда эти отказы от еды проходят намного легче, поскольку экономится энергия. Сейчас у организма самый большой расход энергии будет на очищение тела. Поскольку многие думают, что еда дает силы, но тут можно увидеть, что как раз без еды иногда сил становится даже больше. Поскольку ту еду, которую мы поглощаем, организму еще надо, в общем-то, переварить. А чаще питание у нас, ну, скажем так, не совсем живое, не совсем свойственное нам как части природы. Как раз я сегодня уже с кем-то говорил, что мы не рождаемся с кастрюлями, с зажигалками, там, с холодильниками, еще с чем-то. Но тем не менее, мы приучили свой организм питаться не совсем правильно, но нашему организму, чтобы питаться вот этой неправильной, скажем так, едой, ему надо затрачивать очень большие усилия, чтобы это все как-то усвоить, переварить, сохранить. И на это уходит очень много энергии. Ну, кто, кстати, переходит на вегетарианство или сыроедение, может даже замечать, что вот насколько как-то легче становится организму, это все легче, легче, легче переваривать. Но первое время в отказе от еды самое сложное – это вот когда организм, он начинает очищаться. Ну, женщины, наверное, знают, да, то есть как хозяйки, то есть пока у вас гости дома, ну, вы же не будете при них там брать швабру и убираться, то есть все равно там и ходят, там и натопчут, и намусорят. Ну, такая же ситуация у нас с едой. То есть у нас она все время к нам приходит в гости, вот, только мы собираемся, вроде организм, вернее, соберется поубирать, там уже следующие гости приходят. И, в общем-то, у нас получается, что мы утром проснулись, позавтракали, там обед, ужин, у кого-то там дробное питание, целыми днями получается это питание. И организму все время надо это воспринимать, усваивать, проталкивать. То есть очень много энергии на это затрачивается. Но когда гости перестали к вам приходить, вы говорите, ага, вот тут можно и поубираться. Вот то же самое сейчас происходит с вашим телом. И, наверное, вот те, кто работают, ну, всем нравится ходить в отпуск.
Правильно? То есть работать, конечно, хорошо, но в отпуске тоже замечательно. Так вот, такой же отпуск вы устраиваете для своего организма, для желудочно-кишечного тракта, который работает вообще практически, только ночью он так слегка отдыхает, и то там в процессе все это продвигается. То есть вы свой организм, свой кишечник, свой желудок отпустили сейчас в отпуск. И он начинает как раз в этом отпуске, когда никого нету, там потихонечку прибираться, удалять все ненужное, сонастраиваться. И очень не такой немаловажный факт – это внутреннее состояние. Потому что ведь часто что происходит, когда у человека стресс, да? Мы заедаем, вырабатывается привычка в стрессовой ситуации заедать. И когда у нас не хватает питания, то есть стресс мы заесть не можем, и он может начать так увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Но стресс – это тоже как некое питание, но не свойственное, не то, что не свойственное нам, а не гармоничное. Поскольку в процессе, когда у вас происходит какой-то нервный стресс, стресс или обида, или гнев, или раздражение, наша химическая фабрика запускает целую кучу химии, которая организмом очень плохо воспринимается. Да, тоже адреналин, да, страх или еще что-то, то есть потом это надо как-то выводить. То есть, такие получаются химические яды, которые мы сами воспроизводим. У кого-то на этом фоне там желудок садится, у кого-то еще какие-то. Многие болячки ведь как раз от зашлакованного кишечника и вот такого, скажем, неотстроенного сознания, когда у нас больше присутствуют какие-то негативные факторы, которые вызывают уже в теле такие откаты, когда оно просто заболевает. Когда тело заболевает, оно тем самым, в общем-то, старается привлечь ваше же внимание к себе. Вот часто Вселенная тоже привлекает наше внимание, когда оно там начинает тебя, чем ты занимаешься, займись хотя бы делом-то в конце концов. И вот какие-то через стрессы, через какие-то жизненные ситуации оно пытается привлечь ваше внимание. У тела есть только один метод общения с вами, с вашим я, это боль. Боль – болезнь. То есть оно говорит, парень, что-то не так, надо с этим что-то делать. И вот оно начинает или болеть, или как-то привлекать все внимание. И если человек чувствует свое тело, он, в общем-то, начинает прислушиваться к этому состоянию. Поэтому отказ от еды, конечно, очень хорошо проводить в позитивном состоянии принятия. Я всегда предлагаю как бы относиться к этому как к игре. То есть понятно, что вы люди взрослые, у кого-то там уже и внуки есть. Вот, но тем не менее, просто поиграйте в этот отказ от еды. Тем более, что там понятно, когда блокада, там, когда еды там нет нигде, то есть это такая стрессовая ситуация. А здесь вы понимаете, что там где-то это что-то есть. То есть и всегда, если что, я там могу к этому вернуться. Но сейчас я поиграю, я просто представлю, что на всей Вселенной, там на планете, еда исчезла. Вот, и я это могу только принять. И на какой-то период времени я нахожусь без питания. Хотя у нас такая тут хитрая штука, да, то есть вроде как питания нету, но тот же березовый сок, там минимальная подкормка такая есть. Там немножко содержится глюкозы, которая будет питать ваш мозг, который будет в более мягком состоянии все это проходить. Вот. Ну, плюс там витамины, минералы, то есть, которые будут насыщать ваше тело. Вот. И старайтесь состоянием позитива тоже, ведь опять-таки, вот когда вы в позитивном состоянии, у вас то, что называется, вырастают крылья. То есть вы можете там горы свернуть, одно, другое, не усталость, ничего, когда вы в позитиве. Когда у вас такой упадок сил, депрессия, конечно, не делать ничего. То есть вы вроде не делаете ничего, никакой физической нагрузки, но вот это состояние психологическое, оно просто вас как полностью выжимает. Поэтому вот на этом позитиве старайтесь весь этот курс, весь этот семинар пройти. Конечно, очень хорошо сразу его включать по пробуждению. Кто-то будет пробуждаться раньше, то есть, ну, у нас в 7:30 будет подъем. Если кто-то проснется, я просто расскажу, как желательно осознанно просыпаться. Если кто еще будет спать, я буду будить вас таким мягким, тихим звуком, чтобы не резко подскакивали, да, а потихонечку осознавали, ага, начинается момент пробуждения. И вообще, что такое пробуждение? Вообще, это подарок. То есть вы засыпаете, но не факт, что вы вообще проснетесь. И вы представляете, вы проснулись. Нифига себе. И вы просто вот как дети в Новый год, да, просыпаются, они знают, что под елкой подарок будет лежать.
И вот так же вы, когда просыпаетесь, почувствуйте, что вам подарили целый день. Целый день жизни, который можно как-то насладиться им. Поиграться с этим подарком, как вот в детстве вам там машинку или куклу дали, то есть и вы сразу же начинаете этим играться. Проснулись, ага, подарок уже есть в виде нового дня. Ну давайте посмотрим, как он вообще происходит. Что прилагается к этому подарку? А к этому подарку прилагается очень ценная вещь, которую мы чаще всего не замечаем. И вот сейчас вы сейчас этим подарком пользуетесь, но не замечаете. То есть без еды мы можем находиться довольно-таки долго. Без воды тоже очень долго, длительное время можем находиться, особенно когда настроимся. Но без воздуха, без дыхания, ну там минуту-две, ну кто-то там четыре, там максимум, там может быть восемь. И смотрите, что интересно, что вот этот фактор дыхания мы меньше всего вообще в жизни замечаем. Хотя без него мы замечаем, когда нет воды, там еды, все это покупаем. А дыхание вроде ну, как прилагается. Постарайтесь, когда вы пробуждаетесь, вот это приложение почувствовать, что вам есть подарок в виде нового дня, но также есть подарок в виде вашего дыхания. И немножко подышите, просто настройтесь на это состояние. Почувствуйте, как со вдохом у вас входит энергия, жизненная сила, как с выдохом все, что не нужно, вы удаляете. И вы просто как бы на внутреннем таком состоянии принимаете это дыхание. Причем смотрите, как интересно, вроде дыхание это что-то одно. Но вот это дыхание, оно состоит из двух. Ну, как и весь этот мир, он такой дуален, двойственен. Есть плохое, хорошее, черное, белое. Также и дыхание. Оно состоит из вдоха и противоположности выдоха. И опять-таки, что интересно, что нам прекрасен вдох, но также прекрасен и выдох. Мы не можем все время вдыхать. Нам надо как бы и выдыхать. Поэтому мы наслаждаемся как вдохом, так и выдохом. Вдохом как то, что приходит, выдохом как то, что уходит, и освобождает место для нового вдоха. И вот как раз, когда вы сюда приехали, это тоже такой, как, ну, некая аналогия дыхания, да? Прежде чем вдохнуть вот пространство того, чем мы будем заниматься, желательно сделать такой некий выдох, оставить вот за шлагбаумом, за воротами, вот то социумное, те навязанные стереотипы, концепции, мамами, бабушками, дедушками, там, кто нам еще там, институтами, работами, то, что там навязывают, утверждают нас в этом. И попробовать обойтись без этого и принять что-то новое, прожить его, почувствовать. Причем то, что остается, никто вас не отнимает. Обратно пойдете, если захотите, заберете. А может и не надо вам уже этого будет, и вы пойдете с каким-то новым багажом опыта. Ну просто часто бывает, что новое невозможно принять, пока ты вот полон, да, то есть ты не можешь еще сделать. Ты сделал вдох, и еще один вдох сложно сделать, надо выдохнуть. Поэтому тоже так внутренне как бы выдохните, расслабьтесь, все ваши напряжения, все страхи, все сомнения, то есть все осталось там. И вы в таком чувстве новизне начинаете, ну, какой-то этап такой новый в своей жизни. Причем он будет включать как очищение тела, трансформация тела, так и познание себя. Ну, кстати, познание себя – это тоже такой процесс очищения и трансформации. То есть ты начинаешь сначала убирать все установки, все загоны какие-то, чтобы стрессовые ситуации, чтобы почувствовать вот этот поток радости жизни. И что интересно, для страдания нужны какие-то причины. Я страдаю, потому что то-то, то-то, то-то и то-то. Если это все убрать, наступает такой аспект радости. Вот для радости вообще ничего не надо. Такое тихое состояние. Вот опять, как ваше дыхание, да? Если у вас убрать дыхание, перекрыть кислород, вы начнете страдать. Сейчас вы не страдаете, у вас нет этого страдания, потому что у вас просто есть вот это дыхание, которое вы наслаждаетесь и чувствуете. Также и понимайте, что все ваши внутренние негативные состояния, они вызваны какими-то причинами. Когда они убираются, тихое, спокойное, ровное состояние благости, умиротворения, в котором как раз вот и желательно проводить вот эти состояния поста. Отказ от еды, информативный пост. По возможности постарайтесь, у кого есть такая возможность, не пользоваться телефонами. Вы можете их использовать только в качестве там, часов, если там гулять куда-то уходите. А так лучше, в общем-то, их отдохните.
и от этого питания. Вот. Ну, у кого там по работе или еще что-то, но там уже, конечно. Вот. Но тем не менее, постарайтесь все-таки. Ну, приехали, уделить внимание себе. То есть с остальными еще встретитесь, договоритесь, побудьте как на свидании, да, с самим собой. Вообще старайтесь все делать осознанно, абсолютно. Поскольку мы часто что-то делаем на автомате. И при этом, в общем-то, упускаем вообще, ну, поток жизни. Поскольку в этот момент мы находимся или в прошлом, или в будущем. А жизнь происходит сейчас. Как в песне поется, да, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Если вы что-то делаете, старайтесь осознавать. Вот чешете, меняете положение. То есть даже вот эти мелочи, старайтесь, дыхание, ощущения какие-то, холода, тепла. То есть вот утром встали, пошли умываться. Чувствуете, как вода берется на руки, какой она температура, как она ладони прикасаются к лицу, как там запах зубной пасты, как щетка. То есть старайтесь все это осознавать. И лучше, конечно, если вы включите вот то, что я говорил, с момента пробуждения. Пробудились, подарок, поблагодарили. Вот, кстати, тоже чувство благодарности. Старайтесь себе его тоже развивать за все аспекты жизни. Но что интересно, что его хорошо развивать не только за подарки, да, за такие положительные моменты, но и за негативные. Потому что когда с вами происходит что-то такое хорошее и классное, да, эта жизнь просто дает вам бонус такой, премию. Ты там заслужил, хорошо себя вел. Но если жизнь дает тебе какую-то стрессовую ситуацию, она дает тебе, в общем-то, больше подарок, поскольку именно начинаешь как-то из нее выкручиваться, разбираться с ней, и ты, ну, вырастаешь из детских пеленок. Поэтому, когда происходит что-то негативное, также не говорите, ах, за что мне, да, а благодарю, что есть возможность с этим разобраться. Ведь, опять-таки, даже для того же школьника, ученика, да, то есть для него стресс там ходить в школу, заниматься, уроки, там, то есть все, 5-10, для него, в общем-то, ну, можно сказать, что учеба тоже такая для многих в большей степени, как некое страдание. Он лучше бы там футбол погонял или еще что-то, а тут сидеть неподвижно, ну, не то, что неподвижно, то есть на уроках. Но тем не менее, вот через этот аспект такого условного страдания, то есть, ну, человек вырастает, набирается знаний, опытом и уже заканчивает школу в таком отстроенном состоянии. Мы в этой жизни тоже как в некой школе. Каждый может быть в разных классах находится, там, в первом, втором уровне, там абсолютно неважно. Но каждый жизненный урок — это как раз то, что вот надо принимать действительно с благодарностью. И что интересно, что эти уроки, ведь они будут долбить, 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 пока вы с ними не разберетесь. Вот как, может быть, многие замечали, как с чем-то разобрались, уже жизнь перестает вам подкидывать вот эти, так называемые, подлянки. То есть они перестают просто... Но бывает что-то новенькое. Поэтому всегда новое что-то принимать вот с такой любовью, благодарностью. Ведь, опять-таки, когда вы чувствуете вот это состояние благодарности, вы уже меняетесь, вы трансформируетесь. У вас вибрация уже меняется. Поскольку вот состояние негатива, озлобленности, гнева, они так... Ну, вот когда вы раздражены, вы чувствуете такое, как вас прямо к земле тянет. Когда вы вот в состоянии вот любви, благодарности, или вас благодарят, или вы благодарите, у вас действительно вот как возноситесь, крылья вырастают. Поэтому старайтесь, чтобы вот это чувство благодарности из вас исходило, но чтобы она исходила искренне, чтобы это не было там типа, а, спасибо. То есть не, чтобы это не формальность была, а вот действительно как бы вот такое ощущение, переживание. А переживание возникает, в принципе, когда вот это состояние как бы уплотняется. Вот как воздух, да, то есть мы воздуха не чувствуем, но когда включен вентилятор, мы чувствуем поток воздуха. Тот же самый воздух, он уплотнился, и мы начинаем как бы чувствовать. И также вы человека можете там поблагодарить или еще что-то, и вы как бы начинаете чувствовать вот этот поток вибрации. И человек, которого вы поблагодарили, тоже, ну, не обязательно даже человек, то есть поблагодарить можно там дерево, камень, об который вы споткнулись, притолока там в туалете или в бане, в которой лбом стукнулись, то есть... Значит, были неосознанны, значит, еще какой-то есть возможность совершенствоваться и идти дальше. Поэтому старайтесь, чтобы при пробуждении уже проснулись, уже благодарность. И вот на этом позитивном состоянии вы проводите целый день. У нас отказ от еды — такая тема, но без медитации никуда нам не деться. Как раз, чтобы
сонастроиться с новым днем, с самим собой. Я вас буду так немножко вести в этом направлении. 8 часов у нас медитация дзадзен. Медитация дзадзен. Дзадзен переводится как просто сидеть. То есть вы просто сидите. Сидите в удобной для вас позе. Сидеть желательно в неподвижности. То есть вот эта неподвижность тела, она как бы символизирует неподвижность ума. И вот эта неподвижность тела, она может также передаться на состояние неподвижности ума. То есть ум тоже как бы начинает затихать потихонечку. Тем более из этой неподвижности вы его можете начать видеть. Видеть вот те мысли, потому что больше ничего нету. Остается только видящий и объект, то есть в виде ваших мыслей. И когда вы начинаете видеть ваши мысли, вы говорите, нифига себе, это я уже думал, об этом я тоже мечтал. То есть вы постоянно как бы жуете одно и то же, как жвачку пережевываете, или это как опилки, да, то есть дерево пилится в настоящем моменте, получается опилки. Но вы эти опилки пилите снова и снова. И поэтому старайтесь, ага, то есть была одна мысль, есть другая мысль, и между ними, между этими мыслями возникает небольшая пауза. Как вот у нас между вдохом и выдохом тоже есть пауза, задержка дыхания, но она настолько кратковременная, когда вот идет вдох и сразу выдох. Но маленькая вот эта задержка, она существует и присутствует. И также мысль. Одна мысль заканчивается, возникает другая. Между ними есть маленькая пауза. Ее можно учиться так растягивать, попадать вот как раз в то пространство не мысли. Вот как раз там вот очень удивительное возникает знакомство с собой истинным. Не таким, как мы себе кажемся или как о нас думают другие, а с тем, кто я на самом деле. Но об этом мы еще будем, как раз вот у нас будут беседы, мы будем на эту тему общаться. Вот. Значит, после медитации дзадзен уже произойдет такая некая сонастроечка состояния тишины. У нас будет динамическая медитация, ошевская кундалини. Эта медитация, она как хорошо работает для осознанности, для стройки внимания, для медитативного процесса, поскольку она состоит из таких очень красивых явлений. Но также она нужна и в отказе от еды, поскольку чаще всего вот люди, когда умирают на голодании, когда они перестают есть и ложатся на раскладушку, я объявил голодовку, все, я там не шевелюсь. Вот тут как раз начинаются такие процессы разрушения, поскольку организм в таком состоянии практически не очищается, лимфа не двигается, все процессы замедляются, и в общем-то тут действительно можно умереть. Но если человек двигается, умереть, как показывает практика, практически невозможно. С телом мы будем работать постоянно. То есть, легкой жизни не обещаю. У нас будет банька. Так что порадуйтесь бане. Если в процессе там у кого-то какие-то вопросы или еще что-то, тоже не стесняйтесь. То есть я постараюсь все время вас вести, подсонастраивать на, ну, такой, на позитив и на легкость восприятия. Потому что понятно, у всех могут быть спады какие-то, еще что-то. Вот будем немножко все время восстанавливаться. Это был в прошлые разы все Я не знаю, но это как приятное дополнение, как некий не бонус. Все. Я тоже не проходил. Да? Вот я так как-то никак не сонастроюсь с прорубью. Но еще не вечер. Еще, во-первых, не вечер, да. Может, немножко шаги просчитываем, вот я как-то. Вот. Если какая-то есть такая заинтересованность, да, то есть мы можем ее опробовать, потому что это ведь тоже, это не просто так залез, окунулся там и вышел. Это же тоже как бы целая медитация. Потому что часто ведь, опять-таки, мы в каких-то действиях часто теряем энергию. И в той же проруби можно как энергию потерять, так и набраться. Вот когда часто из нас происходит при каком-то необычном состоянии крик такой, да? Вот даже тут есть качели медитативные, я потом буду показывать. И вот когда на них качаешься, так летишь туда, то есть ноги начинают кричать. Вот. И вот с этим криком мы очень много как бы выплескиваем энергии, а можно вот эту энергию как бы прочувствовать в себе, оставить ее в себе. То есть не то, что вы запираетесь, а просто вот вы чувствуете, как поток из вас идет, но вы его не выплевываете в виде крика какого-то куража такого, да, а опа, так внимательно к нему прислушиваю. Целый энергетический такой брикетик, который только что
мог быть выплюнут, да. И так же и в проруби. Часто вот люди залезают, там, и выскакивают, да. То есть, и вот тоже как бы ничего не успевает, ничего толком не понять, не почувствовать. Ну, крикнули, быстро выскочили. А можно развивать вот эту осознанность. Во-первых, начиная со страха, да. То есть, ну, страх может присутствовать, и, как правило, он присутствует перед заходом в проруби. То есть, выход из зоны комфорта всегда у нас связан с таким страхом легким. Но можно его увидеть как некое явление. Опа, есть страх. Есть страх, есть я, но я не страх, значит, я его взял с собой сейчас, несу, или он меня несет к этой проруби, потом разберемся. И этот страх присутствует до того момента, как я вошел в прорубь. Пока я еще не вошел, он присутствует. Когда я начал двигаться, все, я его уже оставил. И уже это такое явление осознанности, когда ты видишь, есть страх, есть ты. То есть, когда ты залез в прорубь, там уже страха нет, он остался на берегу. Вот. И ты начинаешь смотреть, что вообще происходит. То есть, для этого надо быть просто в таком тихом состоянии. В проруби довольно-таки сложно побыть в тихом состоянии, поскольку там куча претензий и у тела, и у ума. И вот тут как раз очень интересно, ну там есть и практики по дыханию, и такое сонастроечка, кому будет интересно, вот это можно состояние такой тишины, медитативности в проруби почувствовать. И вот вы там сидите, вроде тело сигнализирует, ум что-то сигнализирует, а вы остаетесь таким чистым, спокойным, вот как вода, да, то есть незамутненным. И потом просто мягко выходите опять с чувством благодарности, и вот выходит уже другой вы, скажем так. Только что был один вы, что-то произошла какая-то алхимия, и когда вы выходите, уже другой вы, тело уже другое, там кровоснабжение начинает. Ведь опять, когда вы в прорубь залезаете, и не просто окунание, хотя бы какой-то промежуток вы там находитесь, кровь, энергия с периферии вся к центру отливает. То есть все, что внутри, подлежит сохранности, то есть тело знает, сознание, что без руки, там, без ноги он прожить может, без печенки, селезенки, без сердца, без легких сложнее. Поэтому режим переходит, вся кровь все приливает по малому кругу, начинает здесь. Когда вы вышли, все, закончилось, и оно все начинает отливать. И вот кожа красная, да, то есть такой красной кожи сложно добиться там двухчасовым массажем. Вот Равшан массажем занимается, он знает, что... Вот. А тут вы окунулись в прорубь, вся кожа красная, то есть кровь прилила, то есть обменные процессы, то есть все запускается обалденно. И когда вы выходите, такое состояние такой кайфушки. Не потому что вы вышли, да, потому что такое... Ну, то, что вышли из прорубь, тоже, конечно, кайфово. Но вы уже как-то на мир смотрите совершенно другими глазами. Во-первых, вы это сделали, вы какие-то расслаблены, и вы... этим новым телом ощущаете и воздух, и все совершенно по-другому. Поэтому, ну, я стараюсь, в общем-то, в жизни делать любой аспект объектом медитации. Огонь, вода, музыка, тишина, благость, стресс, питание, отказ от питания. Там, все это для вас объект. То есть все это наблюдается, все это осознается, дыхание, мысли, то есть все это... шоу. Важно осознать себе вот этого зрителя и участника этого шоу. Просто то, что называем, работаем, живем на туалетную бумагу и на то, что через нас все транзитом проходит. В принципе, нам всего это нахрен не надо. Но нам нужны вкусы, ощущения. Вот это нам больше всего. Развлечься. А? Развлечься. Заесть, ну, стресс. А? Понервничал и заесть. Вот, так видишь, как раз мы и подходим к тому пониманию, что если у тебя нет стрессов, если ты развлечение видишь в каждом мгновении жизни, то в принципе еда как бы перестает быть каким-то значимым событием. Тот же волк, да, например, вот он бегает по лесу, что-то у него каждый день там он завтракает, обедает, ужинает, или делает себе дробное питание какое-то. Дай бог он этого зайца там раз в неделю или может и в месяц поймает. И выход – это самая, наверное, важная часть отказа от еды, поэтому выход будет мягкий, грамотный, то есть выходить будем тут очень постепенно. На соках, на смузи, на такой живой правильной еде. Делайте из этого медитацию. Пришли. Вот попробуйте в себе взрастить такое чувство, когда вы соединяетесь с едой, все-таки вызывать в себе некую благодарность. Там, не обязательно там склоняться, молитвы там, но хотя сначала можно, в общем-то, даже это как бы поможет вам в дальнейшем, как сказать, уже без этого жеста, да, то есть все равно, да, чувствовать. Это просто как некий символ. Вы подошли к тому же стакану с соком,
Ну, не то, что помолились, а поблагодарили, что он вообще есть, что есть возможность его выпить. Сущая послала тут этот стакан. Также неторопливо берете его. Я бутылку. Отдам. Берете, поднесли, побыли с ним немножко. То есть вы уже почти вместе, но он еще не в вас. Подносите и делаете маленький глоточек, но не сразу его проглатываете. Держите его сначала во рту. Обкатываете все вкусовые рецепторы. Знакомитесь с ним, как бы, о, привет, я тебя узнаю, там еще. Глаза вот лучше закрыть, чтобы идти внутрь этого переживания. И можете со слюной проглотить, то есть такими даже, этот глоточек тоже так рассасывайте его. Подождите немножко, не сразу второй так, чтобы... Можете даже слюной омыть рот, следующий глоточек делаете. То есть вы вот эту чашку, там часик есть, постарайтесь, ну, хотя бы не меньше 5 минут. Чтобы прошло. Лучше, чтобы 10-15. То есть вот так ее очень медленно, буквально по чуть-чуть возвращаю. И вообще, в принципе, это не только вот на выходе, да, но и старайтесь вообще в жизни вот так вот питаться. То есть вы тогда поймете, насколько вообще меньше надо питания вот этого. Вот как вы, когда что-то долго и нудно делаете, вам устает, вы устаете. Если вы, представляете, вот будете каждую ложку вот так очень... Причем, да, ложки лучше вообще... поменять, знаете, на чайные. На палочки. Ну, можно и палочки. Но хотя палочками тоже навостришься так, что можно там как поварёшкой забирать. Вот. Так что тарелочки небольшие. Ложки тоже лучше на эти самые, на как на чайные поменять, да. Есть еще маленькие, еще меньше такие ложки. Кофейные. Чайных, в принципе, достаточно. Вполне. Там, в общем-то... Вилочку маленькую можно одну такую. А палочками можно. Да, ну, палочками полдня будете есть, потом вы точно на параноидне перейдете, скажете, нафига нам эта еда нужна. Вот. Но тем не менее, там как бы и вкусовые есть вещи, и потихонечку вы эту еду там съедаете, наполняетесь, но все это неторопливо. И обстановка, конечно, да, то есть желательно, чтобы она была благостной, чтобы телевизор там рядом не орал, чтобы над ухом кто-то... И, кстати, вот когда вы тоже едите, вот имейте уважение не только к себе, к еде, но и к другим. Потому что часто человек ест, ну как, туда-сюда, ды-ды-ды-ды. Он начинает отвечать, и вы потеряли вот это состояние, и его выдернули. То есть вы уже нарушили ахимсу, то есть вы заповедь Божию нарушили, не укради. То есть не укради, то есть он сейчас в своем внимании, в переживании, а вы вот этой болтовней просто у него украли вот это. Поэтому поели, вышли, тогда уже как бы, вот недаром говорилось, пока я ем, я глухо не ем, иначе ложкой пол. И все. Но это тоже. Но не это, да. Потом разос. Нет, еще раз. Ну, похоже, еще не очень волнует. Мне кажется, я вообще ничего не понимаю. А там не надо ничего. Нет, там бывает проваливаешься. И... многие не понимают, что куда ты уходили. Привет, я здесь уже четвертый раз. Я приезжаю на остров уже третий год подряд. В третий раз приезжаю. Приехала к вам в первый раз. Я приезжаю сюда из Мурманска уже третий год. Приезжаю я второй раз. Повторно приехал на ретрит по березовому суду. Я в этом месте, на этом благодатном острове, уже четвертый раз. Я уже здесь и пятый раз, мне очень нравится. Зовем сюда, здесь классно.